Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем красивенный снуд, притом очень просто и быстро. Спицы 3,5 мм. Ниточки, вот смотрите, у меня уже смотаны в клубочке 440 метров в 100 граммах. Длина в два сложения, то есть 220 метров в 100 граммах ориентировочно. Набираем 50 петель. В конце я делаю узелок и вяжем лицевыми петлями. Кромочную провязываем изнаночной. Поворачиваем вязание и в изнаночном ряду тоже вяжем лицевыми петлями. И продолжаем наше вязание вверх лицевыми петлями. Вяжем вот такой вот длины шарф. Длиной 65 сантиметров. Далее все петли закрываем. Нитку оставляю побольше для сшивания, обрезаю, продеваю в иглу так. Затягиваем последнюю петлю. Так, еще раз повторюсь, длина у нас 65 сантиметров, ширина 25. Вот этот край мы пришиваем к этому краю. Видите? Еще раз. Вот этот пришиваем к этому. Этот краешек совмещаем с вот этим вот. И пришиваем. Возьму булавочки. Вот видите, мы совместили. И теперь вот эту, по вот этой линии мы все сошьем. И так вот до конца. Здесь я буду доставать эти булавочки. И до конца сшиваем. Вот так вот это выглядит сшитым. Теперь выворачиваем на лицевую сторону. Вот так вот выглядит с лицевой стороны. Здесь вот так, как мы вязали. Видите, у нас кончик, здесь ниточка. Берем помпончик. Сделанный уже. И привязываю я за эту ниточку. Вот и все. Наш снудик готов. Здесь мы заворачиваем вовнутрь. Так вот он выглядит. Если вы хотите уже, здесь корректируйте в длине. Свяжите 60 сантиметров в длину. Вот такой вот снуд у нас получился, девчонки. А всем, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. С вами была Вика из Школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!